женщина подняла свой кузов прямо это самое на таком подъемнике. Не знаю, чем будет держать. Правильно находит уборщик, сейчас убирается. Смотрите, мусор с этим убрасывает. Везде колумбийские розы. Вот. Полетят сейчас цветочки, не знаю, то ли обратно в Стамбул, то ли в Панаму. Это самое. Вот такие вот взаимный обмен. Выгрузили кучу грузов. Кстати, это из нашего самолета все грузы. Такие вот разноплановые. Здоровые. И обратно цветы полетят. Написано Флорес. Колумбийские розы. Может быть, с ними кокс полетит. А тут ребята вручную рукопашные цветы. Вот эти штуки себе выгружают. Вытаскивают. Вот подняли. Видите, подняли таких стержней. Он сближается розочки. Полетят дальше из Колумбии. Маленький самолетик какой-то с отеля. Жарянца. Жарянца летает. Движуха началась. А там дома жилые. Рядышком с аэропортом. Многоэтажки, как у нас. На улице дождик покапал чуть-чуть. Очередной взлет. Сейчас полетела авианка. Дальше стоит авианка. А потом мы Turkish Airlines. Погода, Колумбия. Погода дождливая. Понятно. Начинаем взлет с погоды в Панаму. Еще немножко видео, ребят,
какая-то река течет внизу. Насчет много всех этих тепличных. И даже непонятно, теплица это или... Ну да, похоже, теплица прозрачная, все-таки очень грязный просто. Но где все розы растут. Может, другие какие продукты. Вот. О. Вот такой вот бизнес. Рядом с городом. Практически в городской черте. Выгодно и рентабельно. Здесь куча туч налетела с гор. Вот, вылетели из зоны осмотра. И тут уже такие кучи пошли, как барашки, как вата накиданная. Вот. Там внизу пошли тоже теплички, поменьше уже хозяйство. Ну, все равно что-то есть. Занимается где выращиваем. Опять прилетаем над этим горным массивом каким-то. Балдин. О, ничего себе. Такие штуки. Открывается взгляду. Анды, что ли? Мощно. Прием пищи уже 4-й или 5-й. Самолет летит над джунглями. Это самые все стыки самые, что тоже. Как же лететь в турецких авиалиниях, не попить кофе настоящего турецкого. Кофеек, и смотрим «Аватара». Хорошо зашел «Аватар», что я думал, плохой фильм. Я его смотрел в пиратском качестве, в нормальном качестве очень даже неплохой. Итак, прилетаем, заканчивается Анды. Анды, и мы, похоже, подлетели к окраине Южной Америки. Вот. Сейчас вот уже на перешейке, по сути, к Северной Америке вот улетаем. Так, вот мы летим, значит, уже перелетаем из Южной Америки на перешейк этот, в Панаму. И вот это как выглядит с самолета. Ой, блин, что-то плохо показывает. Вот он, край Южной Америки. Пересекаем туда.